Все нормально, ебаный насос. Кусарам салон я дарю. А я минус по громке, да, автоград. Комсомольский, шлюзовой, центральный. Из автограда с любовью. Так, ну что ж, дорогие друзья, всем привет! С вами снова ваша любимая команда Бахва. Тут все: Саня, Миха, Олег Балаковский бурит дырки, но он там уже и не в нашей команде, а своя команда. Упругие гарпуны. А, вялые гарпуны, да, подписывайтесь на инстаграм. Пока не забыл, пацаны, пока не забыл. Вот на солнце стало. Капитану Бачата, привет огромный! Ты вообще прям крутой чувак. Да, ребята. Воробью привет не передаем, потом привет Волгоград. Перед Рокоссовским не хочешь извиниться своего матроса? Вот смотрите, у нас он капитан, а у Рокоссовского все какой-то матрос. На повышение выбор, пошел. Да, 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 выбор очевиден. Так, с нами сегодня знаменитый толстолоб мастер Стася. Привет. Здорово всем. Вот, он сегодня будет с нами душить. Вот, что у тебя? Можешь рассказать ребятам, так как ты мастер, что у тебя за снаряжение и так далее, что используешь? Новый костюм. А, кстати, вот, да, костюм. Мы заказали новые костюмы, пошили. Мы не скажем, кто это производитель, потому что нам не делают они скидок и так далее, поэтому рекламировать не будем. Но будем говорить одно. Это 11, да, Стасян, у тебя так же, да? Мы все пошили такие костюмы. Куртка 11, вот. 11 миллиметров, вот. Дайваба неопрен, штаны десяточка. Вот. Ты первый раз в нем сегодня будешь? Да, да. Вот, после того, как поныряет, Стасян расскажет о своих ощущениях. Мы еще с Михой не пробовали, не ныряли в этих костюмах. Я пробовал, но рассказывать не буду. Вот, да. Вот, поэтому Стас расскажет нам о своих ощущениях. Ребята, кто хочет, чтобы мы рекламировали ваши костюмы, давайте нам скидки в конце концов. А тут что за фигня, да? Какие скидки? Нам не нужны скидки. Давайте. А, бесплатно, бесплатно. Вот Миха вообще бесплатно, но он телец, ребят. Это нормально для них. Так вот, дальше. Что из новшества? Из новшества. У меня сегодня я буду нырять в мастеровых, значит, ластах от мастера Пестича. Мастер Пестич, смотри, как гнутся. Это его слоган. Видите, да? Строй Джей. Жесткость однерочка. Ластами я доволен. Ну что, мы сейчас по традиции похаваем, Миха. У тебя какое оружие? Это Марес. Вот Марес. Мини. У Михи, как всегда, не его классика. И классика, его какая-то там буржуйка. Буржуйка. И фонарь. Фонарь, феррей. Круче всяких, блядь, всяких. Вот. Ну, мы сейчас по традиции похаваем сальца и погоним. Оставайтесь с нами, будет очень интересно. А ты заказывал? Но это не точно. Да? А, вот, чё ты забыл? Артур Мингазов, тебе привет, братишка. Пока приветы бесплатные, кайфуй. Вот. Еще, ребят, привет юным начинающим подвохам. Вован Нечаев, привет тебе. Так, держать, успехов тебе. Всего-всего хорошего. Слушай, по просьбе воробья, конечно. Вот этот вот привет, он карму передает, поэтому, наверное, уже нужно как-то... Карму передает? Бери, братан, карму, бери. Поощрение и прочее. Фортуна с тобой. Фортуна с тобой. Ребята, да, вот чуть не забыл, у меня новая фишка. Я сваливаю в Новую Зеландию. Или на Аляску золото добывать. Кто со мной, ставьте лайки. Пишите комментарии, куда лучше всего мигрировать. Где есть подводная охота и где тепло. Вот Новая Зеландия, здорово, там барьерный риф. Барьерный риф, там всякой хуйни полно, которая может укусить, и ты сдохнешь. Вот. Как вы на это смотрите? Мы тут движемся, ребят. Первый раз костюм не течет? А, ну мы помним твой омер. Ну что, ребята, с Богом!
Разрыв чуть не очень, да, ребят, говно какое. Давайте угадайте, сколько идем килограмм, а потом мы вам скажем, сколько. О, победитель, кто угадал, получит. Ну, или шапку, или кепку. Так, ребят, ну что ж, вот и закончилась наша сегодняшняя охота. Я, честно говоря, приятно удивлен. Нам удалось добыть рыбы, вот, судачков. Я вообще не рассчитывал, честно говоря, что у нас что-то такое интересное выйдет. Вот, вот тот судак, который мы спрашивали, сколько будет весить, да, вот давайте сейчас завесим все вместе. Так... Видно, да? 2735. Кто угадал, ребята, тот получит приз, да?
Так, ну а сегодняшним героем становится у нас, как всегда, снайпер Фортуна. Братан, давай сюда своего судака. Вот, значит, смотрите, еще следующий. Стасян отнырял. Стасян, расскажи, как тебе костюм? Понравился? Костюм хороший, понравился, теплый очень. Только все. Не отгрузился, грузов мало. Было очень тяжело было сегодня нырять. Сколько у тебя было грузов по весу? Килограмм, наверное, около 10. 10 килограмм. На 11-миллиметровый костюм, ребята, как вы думаете? Стасян фраернулся с груза и сегодня или нет? У нас так, у меня прочтение 8 было. До 4 доплываешь, дальше уже полегче, но до 4 надо доплыть. Вот, надо килограмм 16, либо килограмм. Вот. Жадничать не стали, потому что теперь по новому законодательству, да, по новым нормам. А давайте передадим привет тем, кто никогда не ныряет. Че, нырял ты? Не-не-не-не, я не ныряю. Да. А вон он на заднем кадре. Вот. Вон там, вон видим его, да. Паша, привет! Тихушники! Мы ему передавали привет. Так вот, теперь судак стоит перелов, если, да, по судака 3-300. 3-300, да? 3-350. Как вы, ребят, считаете адекватные штрафы? Пишите комментарии. А вот еще. Посмотрите, снайпер Фортуна. Вот это его огромнейший клык. Давайте мы сейчас взвесим его. Недавно вот читал в Питере, где-то потравили реку. Как вы думаете, сколько штрафов заплатят, ребят, которые реку целую отравили? Итак, вес этого судака 4-345. Ну что, как вы считаете, молодец Фортуна? Я думаю, что молодец. Так, этим видео мы заканчиваем сезон подводной охоты. Будет еще одно видео «Ищи у сына сы 3». Но это будет после Нового года, скорее всего. В межсезонье, когда всем будет скучно, поэтому подписывайтесь на канал. Речь-то мы не заканчиваем. Да. Но видео закрываем. Мы можем даже заканчивать нырять, потому что сейчас будет малышка, пойдет, будем кататься на лыжах. Так, в общем, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Следующий год, наверное, стартанем уже с весны. Мы собираемся ехать в замечательный город Сарицын. Саня Арнауту, Женьку Фетису, всем разным подвохом. Будем, наверное, оттуда начинать. Новый сезон в марте, в апреле, собираемся туда поехать в гости к этим замечательным ребятам. Любит их, да, ребята, мы к вам приедем. Маточник шатает. Привет маточнику вашему. Все, в общем, с вами была ваша любимая команда Бахва. Бахва, вперед! Вот так. Нам даются слышать, но судьба нас ловит на крючки. Этот мир хочу видеть чище, надеваю желтые очки. Мысли нам даются слышать, но судьба нас ловит на крючки. Этот мир хочу видеть чище, надеваю желтые очки.